Программа расселения из аварийного жилья в Подмосковье завершится досрочно в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Такое решение даст возможность перейти к новому этапу реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Вы знаете, что программа делится на до 2017 года, то жилье, которое признано аварийным до 2017 года. Эту программу мы завершаем в этом году. Всего 814 домов мы должны построить или выдать сертификат. Мы приступаем к следующей программе расселения аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2022 года. Вопрос для нас крайне серьезный. Важно, чтобы все обязательства перед людьми исполнялись и исполнялись вовремя. В Подмосковье идут проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы, связанные с домами для переселенцев. Часть жильцов аварийного жилья уже в ближайшее время получит квартиры в строящихся и готовых новых домах. В рамках государственной программы в 2023 году осуществляется переселение 61 семьи из аварийного дома номер 5 по улице Институт. Это рабочий поселок Большие Веземы. Расселяемая площадь у нас 2779 квадратных метров. 21 семья дома номер 5 по улице Институт уже получила новые квартиры. Расселение оставшихся 40 запланировано до конца текущего года. Одной из счастливых обладательниц заветных квадратных метров стала Людмила. Пока она только готовится к переезду, делает ремонт в своем жилище. У жителей данного дома была возможность расселения как по выкупной стоимости, это статья 32 по переселению, а также получить жилье в новых квадратных метрах, которые рассматриваются на переселение, высокие жаворонки. Там квадратура больше, лес рядом. Чистота, красота. Поэтому этого переселения люди очень долго ждали. Кстати, жильцы соседних домов по улице Институт тоже мечтают о переселении. В марте 2023 года аварийным и подлежащим сносу также признаны многоквартирные дома пятиэтажные. Это дома номер 1, 2, 3, 6, улица Институт, Большие Веземы, серии К7. В домах проживают 244 семьи, 570 человек. Расселяемая площадь у нас 11 тысяч квадратных метров. При расселении учитывается стоимость одного квадратного метра жилья в Одинцовском округе. До конца года предусмотрено также завершение отселения жителей аварийных домов в Звенигороде, поселке Усово-Тупик и при станции Усово, деревнях Солослово и Подлипки. А помимо губернаторской программы, в муниципалитете действует программа «Жилище». По ней квартиры предоставляются из муниципального жилого фонда. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».